Я так смеялась, но на самом деле мне не понравился тон. Мне уже хватит. Какашка. Румяна такой цвет. Этот цвет. А никто не жалуется, что стрелки поднимаются? Никто. Можно потом чуть-чуть попросить подушку рисовать под глазами? Вау, доброе утро. Я не могу показать себя, потому что я без макияжа. А сегодня русский визажист будет красить меня. Ехали, где делает макияж? Салон от корейского отличается, а тут более милый и чище. Вот начинаем. Я очень хорошо наблюдала, как отличается от нас. Мы сейчас протираем кожу тоником. Я буду стать русской. А то много азиатов приезжает? Азиатской внешности? Ну, да. Вы много красили тоже? Да. Вы каждый раз перчатки надеваетесь, да? Да, сейчас такие правила. Она задает такой вопрос. Расскажите про вашу кожу. Она как себя ведет с макияжем? Она больше жирнится или сохнет? У меня комбинированная кожа. Я просто была в шоке. В Корее вообще мастер никогда не спрашивает такой. У нас мастер сама трогает и делает. Это лошадь, да? Да. Я его использую в качестве увлажнения. Я в первый раз вижу, до макияжа такой массаж делает. Мне очень понравилось. Спать вот это. Вы снимаете блог? Да. Ага. Класс. Это консилер? Угу. У нас после тунального крема носим консилер. А мы да, чтобы не уплотнить эту зону. То есть нам нужен здесь только консилер, а тон, в принципе, не обязательно. Как-то было необычно. Сначала консилер, поэтому я не поняла. После тонального крема я вообще не вижу разницы. Очень натурально выглядит. У вас хорошая кожа, поэтому нам не нужно как-то ее сильно плотно тонировать. Спасибо. В этом нет смысла. Это тоже интересно. В Корее даже хорошая кожа сильно и плотно тонирует. Вот, техника кисточки тоже сильно отличается от нашего стиля. Я так смеялась, но на самом деле мне не понравился тон, потому что в Корее ярче красим. А в России любят использовать тон как подходящий или чуть-чуть светлее делая макияж? Наоборот, даже просят более темные, чтобы было чтобы загорели было лицо, чтобы не загар понимаю. Был. Любят... Почему они хотят стать темными? Да. Поэтому понятно. Да, ну кожа очень здоровая выглядит. Потому что она такая и есть у вас. Вы, наверное, как-то классно ухаживаете за ней, да? Многоступенчатый да. Я как русская или пока нет? Нет. Это удивительно. Говорят, русские хотят темная кожа, потому что они хотят показывать, что они отдохнули на отпуске. Да. В Корее наоборот думают, если ты светлая кожа, значит ты работаешь. Очень красивая, да. Боже, я такая темная. Это как манекен. Да. Уши тоже красивые. Да. Мы это просто наносим опеливающий крем. Вау. И все. Это мне понравилось. То шея и уши тоже красим. А это что такое? Это конкреты. Их можно использовать как угодно. Можно наносить на лицо, на глаза, на губы, на тело. Очень темные. Это мы сейчас будем использовать для контуринга. Боже, зачем? Вы выглядите темно и ярко. Да. Какашка. Да, это основно. Она сейчас делает, которая в Корее вообще не делает. Сколи? Так интересно. Совсем в другом месте делает контуринг. Да, мы делаем его чуть-чуть как бы наверх, чтобы был такой лифтинг-эффект. У нас прямо так параллельно делает. Один линия. Как просто вот так? Да. Просто чтобы сузить получилось? Да. Овальное лицо, да. То есть сюда вы уже не заводите контур? Мы вообще не трогаем. Вот да, здесь, да. Закрывайте глазки. Глаза. Да, на глаза мы тоже немножечко. Я думаю, корейские визажисты будут в шоке, если видите, они видят. Уже чуть-чуть да, есть такая тень легкая. На самом деле, в ежедневном каком-то макияже этого можно... Не знаю, как вам, но я чувствую себя как европейка. А почему так делаешь, Коли?
чтобы они были более выразительные, подчеркнутые, остренькие. Они думают, что это более сексуально выглядит, да? Да, да. В Корее, когда делаем нос, в середине не рисуем, а тут полностью рисуем. У меня нос появился. Это будет румяна? Румяна такой цвет? А у вас больше персиковый, да? Оранжевый. Оранжевый. Или персиковый, очень яркий. А вот это... Dusty Rose называется. О, да! О, подождите, где она делает румяна? По Корее все говорят, улыбнитесь, и все. Тут. Даже вокруг глазами? Тут румяна как скули поднимается. И смотрите, той же кисточкой, что я наносила румяна, я прохожусь по боковым поверхностям лба. Это тоже мы делаем. Это что? Это подводка гелевая. Вау! А вы наносите обычно коричневое? Да. Да, да, просто мы думаем, что это слишком ярко. А вы тоже рисуете стрелки? Конечно, да. Сверх или внизу? Больше сверху. И у нас больше любят стрелки не четкие, а немножечко смягченные. Это тоже для вас что-то новое? Почему любите такой? Это же... Это выглядит более мягко, не агрессивно. Если не агрессивно, ну надо спускать тут. А как вы красите брови обычно? Параллельно. Я вам сейчас покажу, как мы их красим. Мы прям прорисовываем волоски. И мы больше стрелочку вытягиваем либо наверх, либо к виску, вниз никогда вообще. А почему? Потому что это дает как вид собаки. А, да, это как-то милые собаки, да. Кошка. Да, в России кошка. Да. Стрелки поднимаются. Да. Пятый этаж. А никто не жалуется, что стрелки поднимаются? Никто. Это так интересно. Ну, это очень здорово, что носите перчатки. Но у нас вообще нигде. В Корее нигде? Нет. Даже когда делаем ногти, они не носят маски и не перчатки. Ого! Но я в России делаю. Для того, чтобы визажистам, то тоже нужно сдавать тесты, экзамены. Государственные экзамены? Нет, здесь можно просто самому научиться и работать. О, правда? Да. Это здорово. Здесь... Это кто оттенит? Клиенты, да? Клиенты, да. Прям таких вот экзаменов. У нас есть. Да, всегда нужно. Ну, нехорошо делай все. Это немножечко сияние. О, мы тоже тут наносим. А вы не рисуете подушку по глазам? Нет. Да? Даже вы в салоне не рисуете? А да. Что наносите под глазами? Смотрите, у нас обычно идет вот затемнение вот здесь, прям по ресницам, внутри, чуть-чуть темное по ресничному наоборот. Контуру, да, темное, не в осветлении. А вы тоже используете зажигалку? Зажигалка нет. Вы не зажигаете палочки и не поднимаете? Нет, у нас вот такая штучка. Ну, мы в любом случае наносим тушь всегда одноразовой щеточкой. Можно просто одноразовой щеточкой внутрь тубы залезть. Для гигиены? Да. Брови будем делать? Сейчас будем делать брови. Пепельница. Я думаю, для брови больше всего времени занимается. Да. Один волос, два волоса. Мы обычно анализируем, куда нужно наносить. То есть мы не закрашиваем никогда бровь целиком. В России можно найти разный макияж. Мне уже хватит. Уголочек? Да, и параллельно делай. У нас кто-то любит изгиб, кто-то просит попрямее, и в этом случае мы рисуем снизу. Чуть-чуть отличается от нас. Это первый раз, кто так рисует? Бровей с кисточкой. А обычно карандашом? Да, карандашом или просто тушь делаем. Неожиданно мне нравятся такие брови. Но 100% не корейский стиль. Вообще, люб... Это тушь, да? Это тушь. Еще мы часто закрепляем брови лаком. Я думаю, тогда 3 дня будет остаться. Да. Это пудра. Она чуть-чуть сиянием, да. Хайлайтер я наношу обычно в самом конце, кремовый. И очень тоненько, вот так пальчиком прохожусь. После пудры хайлайтера? Да. Тогда хайлайтер должен быть пудрой, нет?
Не обязательно. Нас вот не любят выбеливать наоборот лицо. А у вас вообще тон разделяется? У нас, например, 21, 23. Номер. Спрашивая, какой номер вы пользуетесь? Ага. Да. И в каждом бренде одинаковые да, номера? Да, почти одинаковый стандарт. А какой у вас бренд самый популярный по макияжу в Корее? А, декоративная косметика? Да. Tukul Foskul. Ага. Вы знаете? Да, они у нас есть. Где? В Литуале. Да. А, Innisfree. Прозрачная пудра. Пудра, да, у них классная, я знаю. Как вы знаете? Я знаю. Холика еще популярна у нас. Почему Олика-Олика? Да? У нас декоративный Олика-Олика. Нет? Нет. Я, кстати, очень люблю. Чего? Это для глаз. Это корейский. Олика-Олика. Да. Я первый раз вижу, знаете? День. У нас день нету красивый. Это. Смотрите, это вообще тон, который мы не пользуемся в Корее. Да. Ну, интересно, откуда это они пришли туда? Какой у нас вкус отличается? Да. У нас... Румяна должны быть тут. Под глазами, да? Туда. О. Вот так. Да, чтобы все шло наверх. Все подтягиваем. Все. Корейский визажист, если смотрю, это будет шоу. И вот теперь хайлайтер. Офигеть. Да, хайлайтер. Да, тоже наверх, да? Вот посмотрите, сейчас он чуть-чуть сияет, если повернете. О, да, чуть-чуть сияет. Влажный, все на месте остается. Да, да. То же самое это. Губы? А губы, как обычно, тинты какие-то? Да, тинт. Тинты и градиенты делаем. Но я хочу в русском стиле губы. Но обычно русские девушки предпочитают свои или... По-разному, на самом деле кто... А мы любим маленькие губы. Ага, наоборот. Это что такое? Это мы контурируем губы. Можно показать? Да, вот этот цвет. Мы будем серьезно? Им делать контур. Кажется, что темно, да. Но... Ну вот да, в России мы делаем контур губ, а вы наоборот. Никогда не делаем контур. Даже вот здесь чуть-чуть затемнять и еще выше, чтобы был более такой вывернутый как бы эффект. Только губы видно будет тогда. Очень необычно, не могу. А можно потом чуть-чуть попросить подушку рисовать под глаза? Да, конечно. Да, спасибо. И вот мы его просто вот так добавляем. Чтобы бежевый, даже немножечко такой сероватый. Это как нюдовый тон. Да. А, в России такой тебе пользуется? Да. А у нас подушку так не рисуем. Сначала просто блестящие тенями. Ну да. А тут она наносила блестящие тени, но все равно способ от нас сильно отличается. А в России вообще не просят такое? Нет. Никогда? Никогда. Почему? Это же мило. Нет. На мне это будет выглядеть, как будто я пухла очень. В конце с мистом укрепляем макияж и все. Спасибо. Я думаю, в России либо какой-то натуральный макияж. Спасибо большое. Кожа вообще очень естественно стала. А губы... вы поплотнее обычно делаете? Обычно светлее и губы тоже поярче. Но это очень... Татуральный макияж. Я видела многие российские кореянки вот так красят. И я так выгляжу сейчас. Спасибо. Спасибо большое. Ну, правда, мне очень понравился. Кожа. Он говорит глаза, и кожа очень красиво получилась. Он говорит, очень красиво, 10 из 10 дал. Отчёнка. Синди фингёта. Это не я, Женя. Это ты. В русском стиле просто. Лично мне больше нравится стрелки. Очень красиво рисовала и брови. Брови. Это мне очень нравится. А что было самое непривычное? Губы. Контур. Непонятно. Я похожа на русскую кореянку. А, я думаю, что ты похожа, да. Да, похожа. Очень похожа. Да. Очень. Да, очень. Цвет кожи вообще. Да. Корея обычно светлый. Тут вообще хороший место для съемки. Да, идеально.
по брови мне очень нравится, как очень тонко. Мне правда реально понравилось макияж, но немножко не робко смотреть меня с такой помадой, поэтому я хочу не покрасить. Но остальные макияж мне очень нравится. Привычно. Да, непривычно. Правда, Полина очень тщательно и хорошо сделала макияж. Музыка вам не нужна? А, нет, спасибо. Мне понравилась у этого помада, но как я, кореянка, вот так привычно. Ну, остальные супер. Спасибо, Полина. Честно скажу. Я ютубом уже 6 лет занимаюсь, и сколько макияж сделала. Юн первый раз в жизни дал мне самую большую оттенку. 10 из 10. Тон очень чистый, подходит. 그러니까 눈썹, 입술, 피부, 색이 딱 서로가 딱 그 삼 조합이 맞아. 와, это в шоке. Юн такой оттенку на. Ничего критикован, все отлично. А 6 часов прошло, ну. Смотри, следов нет, мало следов. Спасибо, что вы посмотрели. Надеюсь, вам тоже понравился макияж. Аньон, пока!